В первое воскресенье июня Троицкий храм Дмитрова отметил свой очередной юбилей – 220 лет со дня освящения собора. Его строительство началось 1 мая 1795 года и длилось 6 лет. В этот торжественный день храм посетил и совершил праздничное богослужение епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома. По завершению праздничной литургии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома посетил воскресную школу, в том числе гончарную мастерскую. Эти работы сделаны руками ее юных воспитанников. Готовили свитки, скрижали, как бы везде. Но вот наступила пандемия, у нас пауза. Вот сейчас. А где обжигаете? Обжигаем печку, пока у нас в школе. Мы здесь делаем, у нас стоит аппарат, мы здесь обжигаем, как в школе. Пока в школе. Потом мы надеемся, печку обжигем. А в школе где? Ну, это вот Нина Николаевна у нас, Внуковская, да. Затем епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома спустился на цокольный этаж Троицкого храма. Это помещение по-своему уникально. Каждый желающий может принести сюда ненужную одежду или обувь, а каждый страждущий может прийти и взять все самое необходимое. Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома совершил чин освящения этой комнаты.